Нет, мы сейчас его записываем. Все, вот он, 677-я Эмочка подъезжает. Вот, что они там встали? Сейчас... Кстати, таблички «Привет, Москва» еще не сняли. Народу уже чуточку больше становится, даже смотрово. Ну потому что сейчас утро, а когда уже время открыто, то там народу просто. Дорогие гости, проверяем билеты. Если на билете указано на Воробьёвы горы, мы идем в сторону метро, в сторону МГУ. Есть посадка только от метро университет. Проверьте это, пожалуйста, заранее в своем билете. Ты снял ляс рядом с чудовищем электрическим. Без билетов. Мне нужны ваши билеты. Сидушки необычные. Так, ну ты давай. Ой, опять. Парад не убить. В очередной раз снимаю на нем поездку. Я на нем, собственно, все уже давно не ездил. Я прекрасно знал, что я на нем снова покатаюсь. В принципе, непонятно, конечно, в чем. Открыть окошко. Я Кстати, тут билет не... Привет, Москва, так и не убрали. Понимаю. Зато хоть окна расклеили от этой эмблемы. Ну, теперь основа в окна. Почему-то никто не идет назад, чтобы прыгать. Знаете, у меня такое чувство, что, что у этого ляза звук то тише, звон бутылок, то громче. У меня В прошлый раз, когда я на нем катался, звук бутылок вообще практически не слышно было. Что, вырубаем бесконечное лето? Поездку. Вот поездку-то я как раз и снял. У меня еще 45 был рейс. И тут музыка. Ага, хрен мы поедем, разбежались. По-моему, еще пассажиры, по-моему. О, успели, молодцы. Я не знаю, как это. 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 Я не знаю, как
Пойдем на набережную, пойдем.
Мы сейчас обратно едем еще. Только напомни, время было. Сколько? В 11:10. А это они обратно. Пожалуйста, дайте нам выйти. Спасибо.